Друзья, всем привет! Сегодня мы кормим червячка. Вот такой вот у нас вот червячок. Он тут у меня в среднем где-то 1,5–2 грамма. Я так его уже сюда покидал. Ну, там плюс с землей он идет. Вот, вот. 1,3. Это нижний мой ящик. Есть вот такие толстенькие червяки. Ой. Ой. Дендер очень классно прыгает. Тут 1,5. Ну, в среднем тут даже есть особи. Где-то я до 2 граммов их видел. То есть червяк здесь растет хорошо уже. Прошло 2 недели. Это уже... Вру. 4-я неделя, сегодня 1-е число, 4-е кормление. Уже, так хочу сказать, торфик переработанный. Но я его не просеивал, потому что у меня еще нету сита. Я, соответственно, его еще не просеивал. Ну, короче, сейчас вот я чуть-чуть поворошил, перемешал. Сейчас я его покормлю. Это вот мой корм. Я сделал смесь свою. Тут много что у меня содержится. Ну, короче, буду ставить эксперименты. И чуть-чуть кладу травку люцерну. Очень хорошо они кушают. Но кладу ее немного. Ну, также они у меня все это дело употребляют. Вот, а теперь я беру, чуть-чуть его припшикиваю. Вода, ой, земля, она у меня уже, в принципе, такая была достаточно влажная. Не стал я увлажнять прям сильно этот ящик, потому что, ну, в принципе, земля уже очень влажная. Боюсь переувлажнить. Ну, а вот корм сейчас как раз я сверху прям вот так вот полью. Ну, и будет червяку прям класс. Сейчас вот посмотрим с вами второй поддон, что там у меня творится. Я думаю, наверное, вот сейчас уже пока достаточно мне его увлажнять. Сейчас перейдем на следующий подъем. Так, друзья, второй ящик. Вот так вот они мне его перерабатывают. Они мне кидают сверху все палки. Я прям вот беру, ну вот каждую неделю, да, каждый, точнее, так, каждое кормление, я вот эту вот всю фигню собираю, короче, и выкидываю. А они мне это прям наверх кидают. Вот прям грязь. Ну, вот я повторяюсь, я торф не сеял. И вот мне они прям вот по чуть-чуть каждый раз выкидывают вот эту вот разную ненужную, видимо, им субстанцию земли. Давайте поковыряемся немножко, побеспокоим наших червей. Вот они какие классные червячки. Сейчас мы посмотрим тут коконы. Коконы они тут должны быть, я их уже видел в каком-то из ящиков. Вот смотрите, какой червячок хорошенький. Он уже, в принципе, созрел. В общем, в итоге... Ну, не скажу, что сейчас здесь коконов много. Но есть уже, вот они маленькие кокотушки. Ой. Вот он, маленький кокон. Коконы они тут есть. То есть, если поковыряться, то их тут можно много найти. Тут, наверное, даже уже кто-нибудь спаривается. Я их видел, что они тут у меня уже размножаются полным ходом. Не буду я их сильно беспокоить. Сейчас я так вот просто их чуть-чуть помешаю, чтобы они у меня опять
весь мусор наверх кинули, чтобы не скучали они у меня своими долгими вечерами и так далее и тому подобное. Чтобы, короче, червяку было есть чем заняться. Вот так вот, отлично. Земля, кстати говоря, тоже влажная. Не буду я сильно его опять увлажнять. Вот так вот я сейчас это все это покормлю опять. Кстати говоря, вот там... Говорят, я там много кормлю. Евгений, тебе вот, смотри, ответ. Все ящики у меня, короче, они сожрали. Корма нету вообще ни капли. Все переедено. Так что с аппетитом у червяка все очень хорошо. Ну, я, наверное, все ящики сейчас вам показывать не буду. В принципе, наверное, уже показывать-то и нечего. Сеять я буду еще ого-го когда. До 19 марта, чтобы прошло чуть-чуть меньше месяца, я буду просеивать торф. Как раз я к этому времени, я не знаю, сделаю себе сито. Вибростол пока делать не буду, потому что у меня в планах сейчас переехать на квартиру. И в квартире там уже заняться плотненько червем. Во благо всем соседям. Ну, главное, чтобы вибростол не совсем шумный был. Ну, это из стиральной машинки надо его сделать. И будет мне счастье. Ну, вот так вот достаточно пока, я думаю. Если что, я червя все равно проверяю. Через два денька я его посмотрю, проверю, как он там у меня высох, не высох. Ну, в принципе, хватает. Сейчас у меня дома не такая влажность. И, в принципе, вот по ящикам вижу, что не так он сохнет. Вот, друзья. Не буду показывать все ящики, как я это буду делать. В общем, ставим лайки. Черви все живы, живут, ну и пока размножаются. Всем пока-пока. Друзья, решил еще раз завести камеру. Размножение у нас идет полным ходом. Много червей тут я уже увидел. Сейчас вот пока только вот одного. Но тут их было сейчас много. Уже куда-то, видимо, сбежали. Ну, короче, червяк тут у меня однозначно уже очень крупный. Смотрите, какие колбаски. Причем вот Евгений мне прислал их гораздо меньше. Ну, в течение там вот 3 недель они у меня вымахали просто вообще. Здоровый червяк, мощный прям. Свинюшки мои маленькие. Ладно, друзья, показал я, как они размножают. Теперь точно всем пока и ставим лайки.